Народ, привет, с вами я, Марат, и вы на канале Life Winner. Очень долго я не выпускал новые видео, потому что мне хотелось сделать что-то действительно интересное. Я пересматривал видео таких известных видеоблогеров, как Мамикс и Фрост. В одном из своих видео Фрост поджег 15 тысяч спичек. Это видео мне очень понравилось, и я решил сделать его немного масштабнее и поджег 200 тысяч спичек. В общем, ребята, если это видео вам действительно понравится, я обещаю вам поджечь 2 миллиона спичек. Поверьте, такого вы точно не видели. Так что прошу поддержать меня лайком и подпиской. Приятного просмотра, друзья. Спички я покупал вот в таких вот коробках. В каждой коробке примерно 40 тысяч спичек. Цена такой коробки 1000 рублей. У меня ушло около 5 коробок. В среднем в одном коробке 40 спичек. Но попадаются и заполненные наполовину коробки, и забитые битком. Спички я высыпал на руку, а затем обматывал их посередине скотчем. Получались вот такие вот кружки. Затем я наносил на них герметик и сажал их на фанеру диаметром 1.5 на 1.5 метра. На это у меня ушло 5 герметиков. В общем, я потратил около 6000. Вот такое вот количество мусора у меня осталось после того, как я собрал все спички в мотки. Также мне попадались очень интересные экземпляры, из которых я собрал свою коллекцию, которую я потом поджег. Ну вот и пришло время поджигать спички. Я думаю, тут комментарии излишни. Как вы видите, из-за яркости огня картинка потемнела. Ну вот и все, ребята. Теперь я буду ждать вашего мнения. Если вы хотите увидеть 2 миллиона спичек, пишите об этом, ставьте лайки. На сегодня все, друзья. Всем пока.